Так, ладно, всем привет. В общем, у меня времени часика два. В 11 часов вроде Эрик должен быть, поэтому... Короче, я записался, но я не тратил пока эти... Домик не тратил, не знаю, надеюсь, мне хватит той магии, которая у меня есть. Что сейчас нужно сделать? Пойти нужно эту принцессу, короче, спасти и идти взорвать корабль. И все. Сейчас, секунду. Так, если что, я помню. У меня один сундук не раскрыт. Я помню, где он находится. И помню, что когда я с принцессой поговорю, то назад уже я не вернусь. Так. А принцесса у нас там наверху. А, потом вниз. О, привет, Жук. Да, никуда не пропадал. Кстати, а когда тебе удобно будет, я не знаю, вот... Может, на следующей неделе? Или... Твою эту квесту тебе. Я ж вроде его прошел уже. Все, думаю, не знаю, как бы тебя застать. Ой, не, вот завтра как раз... Ну, можно, в принципе, и завтра. В принципе, можно и завтра. Я его уже малеха подзабыл, но ладно. А во сколько тебе завтра удобно? А, выходной завтра, как хочешь. Ну, отлично. Тогда завтра где-то вечерком, думаю. Что я завтра хотел начать в одну РПГ играть уже, как бы, кинул. А вечером тогда можно будет этот пройти, если никто не займет. И главное только не забыть, что там делать, блин. Только, Жук, знаешь что, я буду играть в обновленную версию. Ты же, в принципе, и заказывал именно обновленную версию. Там просто в ней еще удобнее. Есть кнопка, которая подсвечивает все предметы в комнате. Там есть классическая версия, там они не подсвечиваются. Я просто забываю, какие можно взять. И все перетыкивать, короче, это очень... Короче, нужно очень помнить хорошо. А в ремейке там просто нажимаешь клавиши, и тебе подсвечивается. Так удобнее. Ну, а и ремейк, он красивее, в принципе, а так все то же самое. Там немножко еще переделана система, например, уже нет такого, допустим, предмета, не знаю, осмотреть, там, взять, там, не знаю, толкнуть, все сразу вот в одно, просто жмешь, он уже сам все, что нужно, делает. А, блин, меня траванули.
насчет пропадал, ну так сегодня я занят был, ну так и тем более я Никите уступил, он давно не стримил. Так. А так я эту ж проходил, сказку монстров. Не, Жук, там не так, короче, там, короче, вот ты же именно ремейк просил же, она называется еще, сейчас пойду, сейчас тебе скажу, как точно она называется. Это Day of Tentacle ремастер, вот ремастер. Короче, в ремастере как бы... Не, что делать, не показывает, что делать. Просто в ремастере есть как бы есть классическая игра, короче, полностью, вот, с классической графикой. И ремастер графика, то есть улучшенная графика, она как красивая такая сделана, вот, все так, все перерисовано, в HD, нам все классно сделано. Просто в классике, короче, там не было кнопки подсветки. Но я могу классику проходить, мне на самом деле не трудно. Я просто потыкаюсь и повспоминаю. Но не знаю, нужно ли это. Дело в том, что ремастер, он красивее, и тем более, опять же, ты просил именно ремастер, я точно тебя вспомню. Просто первые щупальца, они выходили еще в 90-х годах или каких-то, и там вот... Так, а блин, так я ж яд вылечил, а у меня два ебьяги, блин. Кстати, Жук, насчет того, что пройти игру, такая кнопка есть в этом, в Марио, на этом, на Wii. Neo Super Mario Bros. Называется игра. Там действительно кнопка нажимаешь, короче, и он сам по себе прыгает, короче, проходит уровень. Ну, Райкири, если Жук хочет, чтобы я играл ему классик-версию, то я буду играть без подсветки. Ладно, но только я тогда немножко буду тупить, потому что там могу забыть, какие предметы, но это будет на лишние пару часиков дольше. Но если я буду играть в ремастер-версию, то там есть подсветка, то буду я ей пользоваться. Опять скажу, мне не трудно играть классик-версию. Ну, знаете, если в игре есть турбокнопка, то глупо ее не использовать и колотить пальцем так. То же самое и с подсветкой. Если в игре есть она, то почему бы и не воспользоваться? Просто там же предметы абсолютно никак не выделяются. И тупо надо, короче, вот так вот. Просто именно помнить нужно, что можно взять, что нельзя. Нельзя взять. Но это на самом деле... Ну тогда ремастеры не изменятся, а там на самом деле сама игра не очень сложная. Да, конечно, я главные основы помню, но если что-то забуду, короче, надеюсь, кто-то в чате подскажет. Блин, я склеротик, чё я развернулся назад пошел? Испугался, что ли? Да-да, Гриша прошел Гастлоу, конечно же прошел. Ты сомневался, что Гриша пройдет? Хотя, может, он не успел? Мог бы не успеть, на самом деле. Тем более, даже на три концовки вроде прошел. Да-да-да, все концовки показал. Че, графон такой? Не знаю, наверное, опять фильтры. Но я играю с таким графоном уже все время, и уже с таким и доиграю. Там вообще, если не тупить, это монстр Тентакля, они проходятся часа за 2.5. Да если четко все правильно делать. Но учитывая, что это я играю, хотя бы часиков за 5 хотя бы мне пройти ее. Ну там было главное просто не забыть ключевые моменты. Умереть там нельзя, застоприться тоже нельзя. В этом плане она все-таки сделана не так, как эти квесты. Блин, это ведьма. Так. А, блин, еще и в... А, нет, можно. Ну, есть контакт? Блин, боюсь, все-таки мне магии не хватит. На самом деле, я тут хочу эксперимент над собой провести. Попробовать пройти одну игру на Сатурне. Ну, она на английском, без знания английского, но при этом, естественно, может в чате кто-то подскажет,
что-то типа Resident Evil. Ну, Райкири знает, какая игра. Не знаю, получится, не получится. Ну вот, хочу попытаться. Ну, заодно и над вами эксперимент тоже такой будет. А я знаю, что мага валит первыми. Я ж на мага и направил эту бабу, но она сквозь промазала. У нее лук хороший, он бы ее убрал бы с одного удара. Эта травма меня вообще не волнует. Она отымает он по пятерочке, это такое. Ну, конечно, это если бы это был бы бой... Точнее, не трава, а яд. Меня стримает, какой тут босс будет. Готов этот, готов. Сейчас кота прибьем. Ну, в крайнем случае, я потрачу эту фигурину, которая мне ману дополняет, потом куплю ее. Она не так уж прям дорого стоит. Так. Магия медленно, но верно все-таки подходит к концу. Так, принцесса наша справа. Блин, справа, только нужно было идти с другой стороны, ладно. Так, сначала одного кота завалим. Так это, на этом, на Ачивнете, она, как она называется, сайт, они же там русификатор выложили, еще на этот, по-моему, ну, на Новый год, короче, выложили. Там есть этот, короче, как там, ну, этот, патчик, чтобы сделать ее на русском. Это, если что, это японская русифицированная версия. Ну, как он называется, Ачивнет, по-моему, или как правильно, я не помню это сайт название. Но у меня, если ты хочешь, я его скину, у меня в закладках он лежит. По-моему, они ее перевели как раз вот 1 этого числа, короче, они выложили русификатор. Но я могу путать, может не 1. Оттуда, от них же, кстати, перевод это и сказка монстра, что я проходил, и Гоблиус, это тоже от Чикнета. И еще там еще я собираюсь одну игру пройти на Денди, которую они тоже перевели. Это у него вообще 1 мая, они выложили 4 перевода. Летающую голову эту Они на Денди, потом еще одну дендивскую игру, сказку монстров и это, Гоблиуса. Вот. Голову я проходил уже и так на русском. Гоблиуса я прошел, сказку монстров прошел, еще вот дендивскую буду проходить одну. Тоже такая RPG-шка и тоже с качем, к сожалению. Но RPG-шка такая, ну, что-то типа первой Зельды. Точнее, не первой Зельды, а второй Зельды. Блин, все с тьмой. Блин, пока мышь не убьешь, на второй ряд не перескочишь. Ладно, мы тебя подлечим. Подземелья длинная. Вот я не знаю, сколько я вообще успею. Я вообще на самом деле вообще ничего не помню, что мне нужно делать. Просто обратно смотреть прохождение.
потому что я уже вот пошло сколько, неделя почти или две недели. Куда меня, вот, зачем меня, ну, сюда зачем меня послали, понятно, корабль взорвать, принцессу спасти. А куда мне дальше? Ну, скорее всего, в город нужно будет вернуться к принцессе, она какое-то еще даст задание следующее. Так. Скорее всего, но я не уверен. 1100, нормально. Так, магия. Все-таки, в отличие от первой части, все-таки здесь уже есть пополняшка магии. Это большой-пребольшой плюс. Так, а ты, принцесса, у нас занимайся... Да это я помню, что здесь принцессу освободить. Это я помню, помню, помню. Вот я вот за ней я и пришел как раз. Вот она сидит в этой. Так, тьму снимаем. Вот я боюсь, что мне придется к финалу, вот, короче, фармить, короче, прокачивать себе жизнь хотя бы одному. Потому что финальный босс, говорят, только будет убивать, и нужно будет воскрешать. И, естественно, что воскрешаться должно 100% вероятностью. А не раз через раз. А, так, слова. Ах, Раф, а ты что нам скажешь? Я выведу принцессу Раф, брось солнцесвет внутрь двигателя. Отлично. Все, он принцессу вывел. Мне интересно вообще, как они принцессу вывели по кораблю так свободно, в платье? Наверное, ну, на самом деле, у них тут охрана хреновая на корабле. Тут и крысы бегают, и мыши. Так что неудивительно, что отсюда принцесса может бежать так просто. Кстати, Раф у меня уже прокачался, на самом деле, не зря его бить стал, потому что он уже леди почти догнал. Вначале его где-то, я помню, что он не отставал, где-то на 200 примерно. А тут, смотришь, уже на человека стал похож. Только по-прежнему косой. Все равно дешевле потратить пополняшку магии, чем домик тратить. Домик гораздо дороже стоит. Пока еще, в принципе, можно эту пополняшку не тратить, у меня еще, в принципе, тут хватает. Так. А вот этого разок. И вот этого разок. И более вроде пополняшкой можно и во время боя пополниться. Так, все, теперь выйти не можем. Телепортер тут тоже не работает. Только нужно, короче, закинуть этот солнцесвет и, не знаю, с боем прорываться, короче. Блин, как мне эти кошки надоели? Вот только от 4 побило, сейчас 3 напало. Привет, Шигон. Опять отравили. Вот меня на самом деле огорчает этот Гордон, он у меня вот тоже только в человека стал превращаться, уже вроде у него энергии уже так, не так уж и мало. Но блин, его скоро же его заберут после этого вроде корабля и обратно какого-то дурака дадут. Обратно его качают, ну надеюсь прокачанного дадут. Дурака. Thank you.
Так, отлично. Так, начало лечения. Конечно, по-хорошему можно было бы лечение всем качать, но по большому счету тут я выкачать успею только одного кого-то. Пускай хотя бы один у меня кто-то будет с хорошими лечилками. Так, ну имеется в виду с лечилками, не которые добавляют здоровье, а которые вот от статов лечат. Кстати, у меня нет там этих сейчас вещах какой-то дешевеньких. Так, пропуск. Вот, зелье, к примеру, нужно нафиг потратить. У него толку все равно никакого. Так, укрытие, вот уже не знаю, колокольник. Все, ничего больше нету. Так, ладно. Так, тебя вот подлечим, и все. В принципе, я смотрю, эта финалка должна занять примерно столько времени, сколько вот, сколько первая заняла, сколько там, не знаю, Окей, мы заняла Fantasy Star, они все примерно за одно и то же время, что около 20-30 часов проходятся. Это включая фарм, включая все, короче, где-то примерно столько времени. То есть тут еще не настали те времена, когда, не знаю, игра пошла там, на 50 часов, на 100 часов, еще нет, тут такого не будет. Я, кстати, вон завтра начну играть в игрушку одну, это Хеногерс на PS1. Так. Это, блин, одна из, я уже говорил, одна из моих самых любимых RPG. Не знаю, блин. Ну, я в нее в 4 часа поиграю, а вечером тогда должен квест пройти. От жука. Ну, короче говоря, ну, блин, не знаю, может кто-то играл на PS1, кто не играл, короче, мне она так нравилась в детстве, но я проходил только первый диск. Когда я доходил до второго диска, мне все время что-то мешало. То, не знаю, то царапанный, по-моему, был, то приставку отдал, то еще что-то. И, короче, не так, ни разу я ее до конца не прошел. Ну, блин, вот, несмотря даже на то, что я прошел всего один диск, я, блин, все равно считаю одной из лучших RPG, которые я только играл. Правда, второй диск там не законченный. Ну, именно, как он, законченная игра, просто у разрабов на первый диск было много времени, а на второй мало. И там вышла такая, очень хреновенькая, на самом деле, концовка. Но все равно. Киносага, блин, она сделана, по мне, так очень круто. При этом графика там по мерке Соньки достаточно слабенькая. Но сам сюжет вот именно, вот уже именно сюжет, короче, не вот тут. Не как здесь просто ходишь и фармишь. А, Хеносага, чей это Ксеногерс, короче, Ксеногерс, Ракири, Ксеногерс. Хеносага это ж на PS2. Ну там, где про роботов, короче, где человека можно ходить, робота можно ходить. Про это, я помню, как этот... Я помню еще начало, что роботы напали на их деревню, он типа их загупал там. Да, Ксеногирс на PS1, да-да-да, он. Да, Ксеносага, три части, это на эту, на PS2. По мне, так это одна из самых лучших RPG. Не только на PS1, а вообще, что я играл. Ну, именно с точки зрения сюжета. Так-то, в принципе, она, ну, как, вполне стандартная, пошаговая боевка, там. Ну, там именно она уже в те времена была, когда уже стали в RPG сюжет продвигать, а не просто вот это вот, ходишь, бьешь. Дело в том, что, к примеру, если в этой, ну, не знаю, финалке, что первый, что второй, что третий, весь сюжет можно, наверное, на одном листке написать. И то место останется. А вот в Ксеногерсе, точнее, в Ксеносаге, там уже... в Ксеногерсе, как там правильно произносить. Короче, там уже не опишешь весь сюжет на листке. Там сюжет очень мощный, там нужно достаточно много, скажем так, объема текста.
И вроде Синосага, как этот автор говорил, что она типа как бы является неканоническим продолжением Синогерса. Ну то есть как бы она не имеет ничего отношения к Синогерсу, то только то, что у них как бы действие происходит в одном мире. А так это все свое, короче. Ну в одном мире как бы получается. Я Ксеногерс всегда называл. Я не знаю, просто как там, может, правильно произносить нужно. В общем, или завтра, или во вторник начну в нее играть, вот как-то так. Точно не могу сказать. Не знаю, надеюсь, в этот раз я все-таки допройду ее до конца. От второго диска, как уже говорил, я ничего особого не ожидаю. Там проблема банальная, что им тупо его не дали закончить. Торопились с выпуском, они вот первый диск сделали хороший, классный, там вот все полностью длинное, а второй просто так вот кидают от битвы в битву. На самом деле много каким играм не везет в этом плане, когда издатели торопят, и в итоге получается, скажем так, не то, что хотели создатели. Что поделаешь. Самый яркий пример из последнего это этот Metal Gear 5. Тоже совсем не то, что хотели. И тоже по причине того, что не дали доделать. Так. Так, ну это совсем походу не... Блин, ну эти бои... Наверное, все-таки мне придется добавить магию. Не хочу остаться без магии на боссе. Не помер. По идее, хоть у меня из основной тройки Урапа меньше всего этого здоровья, зато он самый бронированный. Но это из основной тройки, потому что Гордон это так. Пришел, ушел. Знаете, я чувствую, что я сегодня даже заход не успею в один подземелье сделать. Вот я вот пройду этот корабль, схожу в город, наверное, сохранюсь, сделаю и, наверное, прекращу, потому что все равно в 11 будет эльф, а тут заходы в лабиринты, подземелья длиннющие. Поэтому хотя бы уже вот этот корабль допройду, чтобы, как говорится, засчитать себе, что это пройдено. Слушай, а это... Энди, а ты не помнишь, а можно тут вещами во время боя... Ну, короче, допустим, у меня вот вещи, из которой магию добавляют. Во время боя можно тут использовать? Или они только вне боя используются? Хотелось бы, что если можно, я бы уже дотянул бы до последнего, использовал во время боя. Если нет, то... Ладно. Будь что будет. Конечно, косой.
Раф как себя косой. Не знаю, может у Рафа вообще оружие отобрать? Пускай как монах, короче, кулаками бьет. Может попадать станет чаще. Оно экипировано, экипировано. Оно ж вот, смотри, вот. Где там вещь? Нет, там амуниция, вон. Эфир у этого, эфир, потом... амуниция. Так, у этой домик, но домик нам тут не поможет. Так, у этого, у вора должен быть эфир еще. Блин, странно, у вора нет эфира. Неужели у меня всего один эфир? Я думал, у меня два эфира. Блин, плохо. Я думал, два эфира. Так, а может, у Гордона эфир есть? А у Гордона всего лишь зелье тупое, которое сейчас мы снимем и просто используем. Блин, я ошибся, у меня один эфир. Ну ладно, хотя бы на одного хватит, если что, девчонке тогда его отдам, пускай она хорошо своей магией бьет. А, блин, нужно было-то, если... Что-то я вот это вот тупанул. Ну ладно, если придется вдруг переигрывать, то я просто... просто домиком воспользуюсь. Сундук я помню. А, да, точно, блин, я вниз пошел. Что-то я заболтался, да, вниз-вниз. Вниз, не туда. Ладно, сейчас этих мышей убью. Ладно, ничего. Подольше похожу немного. Так, ладно, главное не забудьте Рафу оставить, сколько там, по-моему, 10 нужно, или сколько магии, чтобы... А, блин, забыл, все равно, потому что магия швына все равно не работает, поэтому им бессмысленно что-то оставлять. Да. Вон справа сундук, я помню, а сверху, наверное, будет этот, как-то мало. Ну, генератор, что ли? По-моему, тут нужно сначала одного орла завалить, потом всех остальных, они, по-моему, жирные. Ну, даже, может, они не жирные, но у меня все мажут постоянно. А, нормально. Ну, конечно... по 30-ке это не так уж и много. Конечно, опять промазал. Ну, блин, что ты такой косой, раб, серьезно? Ну, заметьте, вот даже вот это видно невооруженным глазом, что он, короче... А, лабиринт будет? Блин. Ну, возвращаться мне все равно бессмысленно. У меня уже нет этого домика, поэтому... Точнее, я домик, я не выйду все равно. Короче, либо мне хватит от этого одного... Либо мне не хватит. Ну, чё, я забыл, я что-то тупанул, короче. Я думал, что у меня два этих там, ну, две дополняшки магии лежат, а там всего лишь две лечилки самых хреновых, причем лежало. Но я тупанул. Ладно, если что-то, придется переиграть лишние эти полчаса. Ну, не страшно, там в следующий раз буду знать. Тут еще, в принципе, может, мне еще и повезет пройти. Я не знаю, сколько этот еще добавляет, этот магия добавляет, может, она вообще капельку добавляет. Кстати, блин, жалко, конечно, там ни щупальцев, нет озвучки русского. К примеру, в Сэм и Максе была вообще отменная озвучка, могли бы мне замутить. Так, Сэм, ну, это имеется в виду тот еще старый Сэм и Макс, который досовский.
конечно, там есть, там озвучка, конечно, это английская, и субтитры очень красочные, красивые, но все равно. Мне приятнее на русском слушать. Вали. Гитат. Так, ладно. Так, амуниция. Так, раф. Мифрил. Гиганта. Отлично. Так. Блин, еще и в засаду попал. Мне кажется, ну как-то странно, блин, вот Вора тымает по 198 своими ударами, а Рафа тымает. То ли у него оружие самое лучшее, короче, этот меч, который атака самая большая, больше прошлого, но что-то как-то он, не знаю. Капец, всем тьму наложил, да? Всем вообще, ну отменно, всем. То есть просто он так вот, один какой-то плешивый, короче, одной атакой у меня тупо всю команду, короче, к тьму отправил. Если тут одни эти элементы, вроде как вражеские, не накладываются на другие, ну да, это еще, теперь это еще снимать нужно, целых 4 потратить придется. Блин, она теперь по 2 стоит, ну ладно, все равно нужно елить, чтобы развивать. Привет, Кейма! Тебя сегодня видно не было. Отдыхал, наверное. Так. Так, сейчас завалим кошек. Нет, наверное, если нужно было дома использовать. Ну, блин, как я тупанул с этим? Я думал, у меня просто 3 вещи. Блин, ну как магию не береги, все равно ее придется тратить. Ну и как тест? Так, теперь лабиринт. Давайте пойдем сначала. Понятно, тут я не пройду, тут не пройду. Значит, направо только. Ну, с ними мне говорить бесполезно, потому что они меня просто отытывают. В общем, нехорошо со мной поступят. Ну, это понятно, что лучше, чем на эмуляторе. Все-таки ТВ, это же как бы... Скажем так, под это заточено. Так, стоп. Так а мне что же, с ними драться нужно, что ли, обязательно? Что-то я смотрю, тут никак не пройдешь, только драться. Я наверное, что-то пропустил.
А, я понял. Ну, так вот, да, проход я вижу. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Суна, нет, я не хочу пока тратить двоечку, это сильно много. Потратим сначала, лучше вот у этого потратим. Слышали новость? Типа, короче, сперли этих пиратов Карибского моря. Пираты, короче, сперли. И требуют с этих, короче, с Диснея, сколько там денег в этих биткомах. Иначе грозятся, короче, их выложить в сеть. Конечно, сначала бы выложить 5 минут, потом 10, потом 30 и так далее. Там еще шутил народ, типа, пираты украли пиратов. Нет, стоп, не-не-не-не-не. Сначала вот этих товарищей завалить, да. Главное их. Успел ее вылечить, и уже мало того, что долбанули, так еще и отравили. Да ну, что ты такой косой? Блин, все-таки, видимо, просто переигрывать. Смотрю, ну не хватит ни магии, скорее всего. Если бы сейчас знать, сколько там магия, ну даже если она по полной добавится, все равно это будет мало. Блин, так неохота, на самом деле. Это заново эти принцессы спасать, заново все это делать. Да еще я не уверен, что домик мне добавит то, что мне нужно. Блин, нужно было двоих валить. Сказали с валенками. Трава. Продадим. Так. Магия. С костлой, да, Гриша пошел костло. Понятно, там не пройти, тут не пройти, там не пройти, тут не пройти, а вот здесь вот можно пройти. А вот Никитос не смог пройти. Просидел 8 часов, но так и не прошел. Этого, как-то, Каина.
Ну, блин, а он, конечно, не сложный, если знать, где все лежит и куда идти. Но если не знать, где что лежит и куда идти, то он сложный, по мне. Потому что там вот так с кондачка догадаться достаточно тяжело. Мы когда первый раз играли, они его тоже долго там все это искали. Ну, по сравнению с Shadowman'ом, Кайн это так, детский лепет. В Shadowman'е еще, по-моему, более грандиозные вообще локации и все остальное. Не, Кима, как раз Никитос говорил, что он вроде как должен пройти ее за раз. Он вроде как игра вроде как такая несложная, он собирался ее за один раз присед затащить. Там, в принципе, там она несложная, если знать, куда идти, но если не знать, что делать, то. То, конечно, посложнее дело. Так, стоп, тут нет. Да, ну а вроде он говорил, что затащит. Ну ладно. Ну да, да пройдет, там ему осталось не так и много, на самом деле. Я тоже ее первый раз проходил на PS1, но она у меня была у друга на Dreamcast, у меня на PS1 была. В принципе, конечно, графика была заметна, что на Dreamcast лучше, но сказать что-то прям особо она... Я не сказал бы. Я вообще все части там Кайна проходил. Надеюсь, назад мне не придется этот весь путь чапать. Серьезно. Опять эти. Ну, на самом деле, эти, ладно, они валенки. Вот усатых я боюсь. Усатые — это серьезные противники, а это так. Цацки-пецки. Кстати, Гейм, а как тебе вот эти топ, короче, японских игр? Я, на самом деле, посмотрел. Мне интересно было. Некоторые игры захотелось поиграть. Там и шмапы есть красивые, и просто игры такие какие-то своеобразно, которые выглядят весьма так интересно. Мне кажется, что в них можно играть, даже не зная языка. Кстати, создатель молодец, что внизу список выложил, ну, вот именно вот просто в текстовом варианте, и там и время поставил. А, домой пишу 15 минут, понятно. Ну посмотри, мне кажется, тебя там чем-нибудь там может тебя заинтересовать. Такое вот, оно некоторые выглядят именно как ты говоришь, как чистая япончина. Так. Отлично, да. Чистка уснула. Наконец-то. Блин. Так, ну они, я помню. А, из засады, это не первое такое, плохо. Криминал Крайсис? Кима, кинь картинку, что за Криминал Крайсис? Я, по-моему, тут картинки включил, короче, потому что у меня после синего экрана я когда переделал все. Кстати, я там себе одну игрушку подобрал, которую хочу поиграть, этого Гомера, по-моему, называется. Она тоже, по-моему, кабал-шутер, тоже. Ты управляешь кораблем и наводишься. Я, как увидел, сразу так, не знаю, как-то вот проникся ей. Вчера, кстати, я допрошел этого сказку монстров. Очень классная игра. Ну, ты такой не играешь, конечно, но мне очень понравилось. Не знаю, не зря, мне кажется, переводили. Ну, финальный босс, конечно, очень легким оказался, ну, учитывая, что я прокачанный, пришел к нему почти на 100%. Так, Орел готов. Двигатель. Так, вот. Так, кстати, РЖ Соня, привет тебе в голосе. Так, что мы сейчас делаем? А мы сейчас, наверное, немножко, самую малость... Магией подлечим леди. Кстати, а мне кажется странным, что здесь у нас леди с, ну, такими, не знаю, с голубыми, там, синими волосами, а... Не знаю, в бою она получается с рыжими волосами. Что-то я не пойму, она где-то шифруется выходит, так, ладно. Так, а что нам сюда кинуть нужно, я уже забыл. Солнце светло.
О, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все, двигатель уничтожен. Темная, не думай, что победил. Этот голос звучит так знакомо. Скорее, нужно выбираться. О, леди узнала голос этого. Это, наверное, наш какой-то бывший брат, по-моему, или кто там ее. Сват. О, сам, он сам выбирается. Отлично. Давай-давай-давай, родной, молодец. Давай-давай-давай-давай-давай. Из корабля валим-валим-валим. Отлично. Все. Взорвали мы их не этот супер-дрэгноут. Блин, у меня на это целый... Ладно, не час, конечно, 50 минут ушло. Хорошо, что я не потратил ничего, но сейчас я себе пойду прикуплю этих фигнюшек, которые маги пополняют. Сколько бы они ни стоили, и экипирую этих троих моих. Хотя бы по одной каждому, чтобы хоть каждый мог вылечиться на всякий случай. Надеюсь, они в этом городе продаются. Не, мой сбор продлится до 11 часов, Кото. А потом, короче, будет, короче, у нас этот... Эльф. Я не знаю, что эльф там будет играть, но, по-моему, я так думаю, он, скорее всего, продолжит свою эту игрушку с PS1, которую он начал. Я, конечно, не уверен, но, скорее всего, так и будет, оно и будет. Я, в принципе, уже все, что я хотел, сделал. В принципе, я прошел, наконец, это место. Хотя еще, в принципе, нужно сходить к принцессе уже, отчитаться перед ней. Ага. То есть у Гордона пора уже вещи снимать. Хорошо. Так. Блин, мне уже идти. Так, сначала... А, нет, стоп, у Гордона там еще... А, нет, у него нет вещей, потому что мифрил не у него был. Так, сейчас пойду распродамся сначала, все. Мне достаточно много решака нужно продать. Чеснок там и всякую эту фигню, которая мне не нужна. Так, продать. Так. Это продать, да. Книжки, а да, кстати, я книжками не пользуюсь, это мороком я не пользуюсь, он мне, он бесполезен для меня, мглой тоже. Все равно на боссов не действует, жаба это то, что в жаб превращает, тоже я все равно не пользуюсь, метель у меня и так уже у всех есть. Отрава тоже она на боссов не подействует. Еще одна отрава, да, это все... Блин, так, стоп, трезубец, по-моему, это самое лучшее было копье, это трезубец было самое лучшее копье, значит можно продать мифриловое копье, оно будет хуже. Так, счет морок тоже продать. Колоток. Вот что колоток делать, я не помню. Менгош. Ладно, Менгош оставлю, ладно. Может, у меня кто-то будет пользоваться, не знаю. Может, мне дадут это пиратку, может, она ножами будет пользоваться, не знаю. Оставим ее пока. Так, теперь мне нужно купить эфир. Блин, эликсир. Слушай, Энди, я не помнишь, вот эликсир, короче, он добавляет все группе или добавляет все только одному? Ну да, я еще часик пособираю. Просто если эликсир добавляет все группе, то я, может, даже эликсир возьму себе, мне 14 тысяч останется. А если одному, тогда лучше... Ладно, эфир в первую очередь нужно взять, да. Эфир. И еще эфир. Сейчас мы его распродадим. Ну, точнее, не распродадим, распределим, чтобы у каждого было... Да, блин. Так. У этого есть. Эфир. Так, и потом нужно будет лишнее оружие тоже продать, потому что оно и так уже место забивает, которое мне нафиг не сдалось. Так. Эфир. А, я понял тогда, короче, эфир одного восстанавливает на 100%, я понял. Ну, тогда пока не буду брать, 50 тысяч большие деньги, может что-то другое подберет, на самом деле, здесь. Пока просто, я еще себе потом эфира, наверное, себе еще куплю. Так, стоп. Принцесса в этом доме, это понятно, сейчас мы к ней идем.
Да просто на самом деле, Кота, у меня-то час есть, но ты понимаешь, что тут такое дело, что тут подземелье часа на полтора, и мне нет смысла будет заходить в подземелье, я просто не успею его пройти. Я дойду до подземелья, на этом, наверное, прекращу, будет такой короткий стрим, но просто тут я не успею за час пройти никак. Тут я вот только это проходил, получается, подземелье, вот, когда у меня оно было выполнено наполовину, короче, я его проходил 50 минут с гаком. А если бы я сюда только подошел к нему, я бы на нем бы застрял, короче, где-то часа на, не знаю, часа на два. Так, стоп, ну да, мы же принцессу спасли, точно. Она, наверное, у Батяни, наверное, сейчас ему говорит, мол, меня спасли, я такая хорошая. Давай, делай меня королевой, иди на пенсию. Хватит тут валяться. Я сама буду править. А, подойди сюда, время пришло. Все, сейчас будем знакомиться. Гордон, ты сильно повзрослел. И я назначаю тебя главнокомандующим. Это большая честь для меня, сир. Кстати, он странно, он лекарь. Я бы медиком главным еще назначил. Тогда бы точно в армии никто бы не болел бы. Ну ладно, королю виднее. Мину. Мир погрузился в хаос. Не пора ли сломать запретную печать? Да, я сниму печать. Запретная магия была создана как раз на такой случай. Запретная магия. Уже странно интересовало. Раф, драгуны могут стать вашей последней надеждой. Их дом Дист... был разрушен империей. Но кто-то мог выжить. Наше будущее зависит от драконов. Так. Чё там, я... Это ещё не бал... прошу, посмотри за Хильдой. Присмотри за Хильдой. Ваше Величество? Типа король умер, что ли? Нам предстоит завершить начатое. Ну ладно. Так, а если мы вернемся? Ну да, видимо, короля все. Теперь получается, Хильда у них не принцесса, Хильда у них королева. Ты там какое-то название, по-моему, специальное есть, когда типа, когда ты уже как бы, ну, должен стать королем, но еще не стал королем. Там какое-то название специальное есть к этому слову. Так, а чё это Гордон уселся на престол? Его вообще назначили главнокомандующим, а не царем? Или он решил заранее царем сесть? Ну давай, Кота. Так, когда император напал на Дист, я счёл это демонстрацией силы. Но все было не так. Император уничтожил драгунов. Так, учеба. Ну, на самом деле, Тенмур идти показался. Его только назначил главнокомандующим, все, он сразу под себя все подмял, короче, сразу сел на царский трон, наверное, еще и корону примеривает. Так, ладно, дальше. Только драгуны способны общаться на языке драконов. Так, драконов. А дракон? Возможно, в Дисте еще остались драконы. Мы могли бы их использовать. В Дисте. Я так понимаю, что мне нужно в этот Дист идти. Тогда сейчас нужно выйти, сохраниться. Так, а чё от меня этот мелкий мой не свалил еще? А, он свалил уже, точно. Его... Да, блин, все правильно. Это ж принца назначили главным командующим. Да, все правильно, что он на престол уселся. Но он же вообще-то вроде как принц не этого же королевства, а... Ну, города, а верхнего. Которого его брат еще империя убила, я помню. Но, видимо, он решил, что... Раз принц, значит, надо на троне сидеть. Так. Дист. Дист. Сколько у меня вообще места в инвентаре? Надо глянуть. Палум. Да блин, нужно бы попродавать, наверное, вот это все. Вот, наверное, вот эти все мечи нужно нафиг продать. Древний продать, вот этот мифрил продать. Все равно они слабее моего. Потом что тут еще продать? Щиты все эти... Нет, один щит оставить, потому что один не нужен будет. Остальные попродавать, потому что у меня на всех золотые щиты уже надеты. И нефиг с собой носить, все равно от них толку никакого. Сейчас пойду продавать. Так, подожди, а разве... Может, я не то попутал? Может, древние лучше, чем спящие? Ну-ка, сейчас проверить-ка. Нет, спящие лучше. Так, тогда мечи продаем. Продаем, короче, щиты, кроме одного. Так, продать. Так, древние продать.
чит. Продать. Так, сколько у меня получается? Шлем есть один, ага, и еще вот шлем. Значит, это продать. Вот это я не знаю, надо мне это, не надо мне это. Вот вертышин, вот, короче, менгоштур. Ну ладно, хрен, пускай стоит. Потом, если что, выкину. Так. В общем, мне бы сейчас дойти до этого, до данжена следующего, и уже возле него сохраниться, и на этом можно будет прекращать, на самом деле. Все равно я данжен не успею пройти. Так, палум. Сейчас я гляну на карте, где этот палум находится. Так. Ага, палум. Нашел. Это там, где мы этого, где мы корабль, короче, куда нас отвозил. Мало на самом деле у меня всего и магии этого. Так, вот это, по-моему, палум, если я ничего не попутал. Ну да, 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 он. Хотите попасть в диск, мой корабль как раз направляется, он идет туда. Не нравится мне все это. Расслабься, что же может пойти не так? Угу. Так, ладно, меня сразу в диск решили от... Так, что-то опять у меня этот скачет. Ладно, сейчас я на минутку отойду. Я только что подумал, мне кажется странным, что у них у линкора возле печки, самого главного, не знаю, сердца корабля, даже охрана вообще никакой. Блин. Ой, что-то у меня совсем интернет стремается. Ну ладно. А ничего страшного. Сейчас мы сохранимся. Так, если это ловушка, то мы всех их отпинаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А вот и пиратка, походу. Оставьте все свое добро, и тогда я решу, сохранит ли вам жизнь. Ну, она не на тех напала. Мальчики, займитесь ими. Сейчас посмотрим, что у нее за мальчики. 8 братьев-близнецов, восьмеряшки. Так, а мы-ка сейчас посмотрим, как на вас, на этих восьмеряшек подействует вот это вот. Ради интереса. Все равно я сохранился. Стоп. Я не то использовал. Мне нужна магия не огонь, а метель как раз.
Так уж и плохо не бьют. Так, интересно, каким оружием будет пиратка пользоваться? Мне, скорее всего, кажется, что она ножами будет пользоваться. Хотя, если я саблями, то плохо. Я саблю как раз продал хорошую. Ну, значит, не повезло. И будет ждать, покуда моя спалится. Ну, вот так вот. Если повезет, она всех восьмерых замочит и, возможно, даже прокачает, наконец-то, свою магию до следующего уровня. Нет, не прокачалась. Вы победили. Убейте меня быстро. А ты отважна. Не хочешь помочь нам в борьбе против Империи? Хотите, чтобы за вас сражался такой отброс, как я? Блин, это мужик, я думал, это баба. Ну что они там танцуют? Балбеза, возвращайтесь к работе. Я буду преследовать вас до самого диста. Вот так. О, у нас корабль. Только теперь еще нужно мне на карте глянуть, где этот дист находится. А, дист. Я нашел, где дист находится, он на островке находится. Только вот мне еще понять, где я нахожусь теперь. Так, блин. Все равно я нифига не... Мне какой-нибудь ориентир бы какой-нибудь, чтобы я понял. Вот. Нет, все равно нифига не понимаю. Пиратку Фарис зовут. Я так понимаю, вот если вот сейчас вдоль этого плыть, то я должен, короче, вот на остров. Короче, тут этот остров должен заметить я. Блин, тут враги все-таки нападают, когда на корабле плаваешь. Это фигово. Видимо, только на летающих не нападают. А, то есть пиратка уже со мной в одной команде, блин. Лейла. Да там карта эта, я в ней ничего не понимаю в этой карте, которая вот эта игровая. Серьезно, она какая-то вообще не шарю в ней ничего. Вот та, что у меня есть. Но мне, блин, какой-нибудь ориентир бы кому-нибудь увидеть. Потому что я не понимаю, где я нахожусь. Так, ладно, сейчас Лейлу оденем. А кортик, точно, она, значит, раз у нее кортик, то ей Мэнгош подойдет, да? Ничего не меняется. А, ладно, так, плечи, мифрил. Стоп, а если мы вот это длинный заменим на этот, на Мэнгош? Во-во-во, длинный заменили, и сразу атака стала. Все-таки длинный, это не всегда хорошо. Так, серебро бы менять на... Нет, мифрил и серебро это одно и то же. Я все равно поменяю на мифрил. А, и у нее еще и лук, короче, в вещах. Видимо, он атакует, короче. Так, что у нас за золотая заколка? Интересно, может золотая заколка... Блин, может золотая заколка все-таки хуже, чем мифриловый меч? Точнее, чем мифриловый этот... Да, как, блин, ну как там его... Так.
Нет, золотая лучше. На карте отметка, ну ладно, убедил. Так, ладно, я, в принципе, я ошибался. Тут, ну, блин, все равно я не, точно не мог понять, где я нахожусь. По-моему, я нахожусь вот здесь, вот. Вот, нет, стоп. Во, вот здесь вот я нахожусь, точно, точно. Это мне, получается, нужно плыть это вниз. Я буду вниз до упора, потом направо и, блин, и вниз. Ну, короче, вот эта фигня, если я правильно нахожу, вот, вот, вот плывем. Так, стоп, а как тут листать, я уже забыл. А, так, вот сюда, сюда. Ну вот, короче, вот это должен быть остров, если я правильно понимаю. Или нет? Ага. Ну да, вроде вот, вроде вот этот вот. Вот он, вот он, вот он, вот он. Короче, вниз нужно плыть. Так, нужно опираться какую-то магию дать. Блин, нужно было магию купить, лечение одно, чтобы ей дать. Ну ладно, обойдется. Блин, да когда уже земля будет? На карте все оказалось так близко. Слабо, конечно, она бьет, но у нее и уровень, на самом деле, слабый по сравнению с моими мастерами. Кстати, интересно, эта пиратка недолго будет с нами или тоже на один данжен? Так, а ну-ка, сейчас я еще раз карту гляну. А, ну все правильно, короче, вон, еще, просто я недостаточно низко проплыл. Вот уже земля слева, а тут где-то вот справа должен быть островок. Вот, вот, вот это, походу, островок. Вот это данжен, насколько я понимаю, а ниже там должно быть этот Дейст, или как там его правильно? Дайст, Дейст, если я вообще не попутал на самом деле город. Ну, вроде я на Дебру других городов здесь не вижу вообще. А, нет, есть еще один. Тут, а, Дейст, да, Дейст пещера, короче, и Дейст город, все, вот понял. Наверное, на этом мой стрим прекратится на самом деле, потому что, когда я дойду к пещере... то будет бессмысленно, точнее, ну, зайду в город, пещеру будет бессмысленно идти, потому что наверняка она длинная, я не успею ее пройти. Хотя нет, 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 смысл есть, я могу ее просто исследовать, сундуки пособирать, и это, использовать магию выноса, а потом на следующей стриме уже идти сразу, куда нужно. Смысл есть, я так и сделаю. Thank you.
Так, магия. Гром. Блин, я бы ей дал бы лучше магию этого, магию лечения. Ну ладно, фиг с ней. Гром так гром. Так, тут где-то до... Тут либо тут вообще нет причала, на самом деле, к острову. Так, стоп. А, есть, есть, есть. Там все-таки можно... По-моему, мне кажется, как-то с левой стороны можно приплыть к этому, к замку. Ну, посмотрим, посмотрим. Меч, все такое, глянем. Все, что найдем, все мое. Никому не отдам. А, нет, все-таки к замку никак, только пешкарусом. Ну, ладно, пешкарусом-то пешкарусом. Какие-то просадки пошли под вечер. Ну, на самом деле, не, ладно. Тут я уже все равно заканчиваю. Блин! Я вас помню, ребята! Интересно, они тут такие же крутые или нет? Мы сейчас кони не откинуть. Да, они такие же крутые. Нифига. Слушай, Энди, а мне не рано сюда? Что тут какие-то монстры какие-то сильно жирные? Блин, что это они меня вынесли с одного удара? Ты уверен, что мне сюда нужно? Так, короче, если сейчас я не сбегу, то я все равно не выиграю. Блин, я сохранился только аж на выходе. Блин, до того, когда в пиратский корабль тот сел. Да, ну это какие-то. Да не, мне это. Не, мне кажется, что-то сюда мне рано идти, короче. Что-то это такая, конечно, это какой-то с перебором какие-то враги тут на самом деле. Если они так меня гупают с одного раза. Хотя не знаю. Ну или мне тогда нужно за кадром качаться. Блин. А может мне просто, как всегда, не повезло, и я сразу. Или я просто под. Ладно, давайте еще раз попробую. Обратно этот выпрется. Блин, нужно было на выходе сохраниться, на самом деле. Но я не подумал, что тут просто какие-то... Да, Ким, я попытался убежать. Меня убили, короче. А, рано туда все-таки. А подожди, а куда мне тогда идти? Меня ж в Дейст послали, короче. А тут на карте реально есть Дейст, короче, вот. Качаться? Да что-то мне кажется... Да не, ну я на стриме тогда не хочу качаться. Если мне нужно качаться, тогда это уже за кадром сделаю. Ладно, я туда доплыву до этого. Не знаю, хотя бы до замка уже дойти там. Если там замки можно сохраниться будет, чтобы хоть, может, меч лучше купить. Сохранюсь тогда на этом. Перед замком и посмотрю, что из этого получится. Что-то какие-то они сильно жесткие. Я одного еле-еле завалил, на самом деле, в этом, ну, там, на дирижабле на этом, а здесь, блин, двоих валить, это просто вообще какая-то жесть.
сначала не в тест нужно, а какое-то другое место, я не знаю. Мне что-то сказали, что я язык драконов не знаю. Ну, чтобы, типа, язык драконов подучить или что-то еще, короче. Хрен его знает. Да-да-да-да-да-да-да, все, ты теперь с нами. Да-да-да, сейчас мы тебя приоденем, сделаем с тебя настоящую красавицу. Так, длинный у тебя заберем, тебе длинный не нужен. У тебя будет Мэнгош. Так, на плечи тебе наденем Мифрил. Так, это... Тоже Мифрил. Ну, собственно, и все. Ладно, поплыли опять. Так, по-моему... По-моему, сейчас нужно выплыть сначала отсюда, и потом просто... Короче, просто вниз плыть, короче. Блин, я рано... А, нет, раз я уже вышел, я нужно сохранюсь туда тут, на всякий случай. Мне кажется, я просто неудачно как-то подошел и, блин... У меня напали жирные какие-то, возможно, там просто послабее есть. Какой уровень оружия? Да я не помню, какой уровень оружия, а какой у меня уровень? Я даже не знаю, какой уровень оружия, серьезно. Так. Сначала перебьем всех мелких. Нет, стоп. Мелких. А, понятно, тут. А те как бы на втором ряду считаются. Если придется фармить, это вообще мне не нравится, но что поделаешь. А чё хоть там за меч крутой будет? Просто мощный или с каким-то свойством?
Так, что мы сейчас делаем? Сильнее. Ну, ладно, так, стоп. Вот мы приплыли. Так, и сейчас тут, по-моему, справа. Короче, с карты уже гляну, а вдруг я опять потерялся. А, не, не потерялся, все правильно. Сейчас вот будет этот островок. Так, ну ладно, главное до замка дойти. А там уже попробую покачаться. Да если просто на меня бы напал бы этот... Хотя бы один бы напал бы. Вообще, может, его убил бы. А то, блин, двое. А, ну тут враги не все жирные. То мне просто не повезло, я понял. Это как раз нормальные враги. Ну вот, это нормально. Яна, как я, знаете, вот что вот верхний это брат-сестра, и нижний это брат-сестра. Вот такой очень сложный. Ну, либо они по друг дружку косят. Так. Блин, так это замок. Ну, в смысле, не деревня. Дракон. Нет. Драгун. Нет. 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 А, так меня сюда еще не пустят. То есть они спрашивают меня, ты кто, короче, а я ему в ответ, а я никто, потому что все. А, стоп, ты кто, и все, и он ушел. Так просто. А ты тоже меня пропустишь? Малыш, я все маме расскажу. Опять сбежал. Так, вот мать его. Ну, глянем, что тут за оружие валяется. Домик. Ну, домик это хорошая штука, на самом деле, но... Так. Ну, короче, сейчас нужно будет тут все обшаривать, это понятно, на самом деле. Империя решила меня мужа, он был драгуном. Выжили только мы вдвоем. Последний дракон живет вместе с нами. Я пытаюсь общаться с ним, но совершенно его не понимаю. Где-то неподалеку спрятан кулон моего мужа. С его помощью, ага, мы смогли бы понимать дракона. Драконы сражались отважно, пока император не отравил воду для поения драконов. Понятно. До войны каждый ящер существовал ради своего изверного воина. Теперь драконы вымерли. Так, а что ты мне скажешь на слово на дракон? А понятно, все то же самое. Да, вы хорошие ребятки. Ну я понял, короче, в пещере спрятано. Понятно, с этим мы общаться не можем, а в пещере, видимо, спрятан кулон, короче. И, судя по всему, этот дракон тоже отравленный. Я еще подозреваю, что меня пошлют искать, короче, лекарства для этого дракона. И я, конечно, не уверен на 100%, но такая подозрелка у меня есть. Так. Блин, не хватит времени, на самом деле. Я уже полтора часа играю, осталось вот полчаса до эльфа, поэтому я даже пытаться не буду. Это все не бессмысленно. Слеза Феникса. Слеза Феникса, по-моему, что-то дорогое, но это не вещь. Это, в смысле, вещь, но не экипировка. Это, по-моему, как-то используется, я уже не помню как.
Кстати, а... Так, 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 так. Тут же меч должен быть. Наверное, справа, конечно, если там... Там домик, там слеза, а тут, скорее всего, меч. А, блин, тут еще целый этот... Целый этаж еще получается. Так, ну сначала этаж обойдем. Че, ладно, зайдем уже. О, три сундука. Паралич. Стоп. Порча. Блин, мне это все не нужно. Ни паралич, ни стоп, ни порча. Мне нужна только атакующая магия, которая бьет, короче, вот. И один фиг ее качать нужно. Руки единорога, интересно, а это что такое? Так. Стрезу, покрытие, мифрил, слеза, пенис, садоник. Солнце, свет, каноэ, паралич, порча. Руки единорога. Ладно. Я подозреваю, это все дорогие штуки, только я фиг понятия не имею, что они дают. Золотая игла. Глазные капли можно выкинуть. Антидот тоже можно выкинуть. Что? Распятие. Вот не помню, что дают. Дух Святого тоже не знаю. Колоток тоже... Так. Так, вещи. Бафс недалеко. Да я этот... Я антидот выкину. Он копейки стоит. Мне он вообще не нужен. И этот... И выкину... Глазные капли, они тоже мне бесполезны. Кружку для чащи. О, крыло. Так. Амуниция. Блин, длинный нужно было продать. А, точнее, я его только недавно получил. Так. Крыло. Вообще советуют, короче, спящие не выкидывать. С ним, говорят, фармится хорошо, если враг одиночный. То есть ты его как бы бьешь, он спает, и дальше продолжаешь убить. Так, ну получается, я все, что есть, мы там взял, короче, там в городе. А ну-ка, дай-ка я сейчас на карту гляну, где там этот баф находится. Баф. А, ну да, баф недалеко, то это если оплыть от город налево, короче, может там поехать продаться. Так, а ну-ка, сейчас я гляну, что мне там все-таки за магию понадавали. Может, что-то... Так, что вообще стоит оставить из этого? Блин, жаль, тут сортировать нельзя. Вот... Домик, в принципе... Ну, давайте я домик отдам своим. Так, амуниция. Да, мне и так занято. Так, ладно. Ну, домик я оставлю, слеза феникса, длинный факел. Вот это все не нужно его, и, блин, он не нужен мне, и выкинуть его не... Вот пропуск тоже, вот. Мне пропуск не нужен, да, но он же не выкинется, правильно? Да, он не выкинется, но он мне не нужен. Кольцо мне тоже не нужно, но он тоже не выкинется. Каноэ, то... ну, ладно, каноэ нужно. Так, стоп, порча, паралич, это все продать. Колоток, я вообще не знаю, что такой колоток дает. Мифрила, по-моему, тоже продать, да? У меня же у всех есть, короче, вот такой этого вора, этого мифрила, да, мифрила тоже, короче, продать всю магию, продать мифрила. Так, ну это я уже там, после стрима сделаю. А, кольцо это карта, точно, да, ну... Ну, пропуск, по крайней мере, мне все равно не нужен. Вот в любом случае, пропуск мне не нужен. Вот, потому что я уже сходил на этот диджабль, он для меня бесполезен. Но выкинуть я его не могу. То есть это минус, по-моему, игры. Могли бы сделать, чтобы вещи сами исчезали, ненужные. Так. Да ладно, на самом деле, хорошо, что он перенесся, потому что все равно я, получается, вот сейчас отыграл, сколько вот, полтора часа, и нормально, на самом деле. Вот сейчас вот, так, стоп, запись. Все прекрасно. Ну давайте, ладно, пока я не пойду в подземелье, потому что все равно мне не хватит. Так, просто полазю ради интереса, кто-то вообще нападает. Может, еще раз встречу этих? Ну, примерно вот этих вот можно качаться или нельзя вот качаться? Ну, этих я знаю, как бить нужно.
сразу одного метелица от Мудоха. Посмотрим. О, вот так это валенки вообще, вообще на удар. Блин, а я на них... Все три удара на него порол. Вот, блин. А, блин, это был Угармах, нужно было его в первую очередь бить. А, стоп! Тут нельзя качаться, точно, тут же нет лечилки, тут же только этот... Тут же замок, а не лечилка, точно, блин. Ладно, тогда раз такое дело, сплаваю сразу в баф, короче, там распродамся, чтобы меньше самому времени было терять. Ну, буду после стрима распродаваться. Слушай, может она и так эту черепаху завалит? Нет, все-таки так черепаху просто так не завалишь, она жирная. Вот магия, она легко умирает. Нет, завалили. Все-таки, короче, мне просто не повезло тогда нарваться на джина. Вот тупо не повезло, короче. Если бы я пришел бы, не знаю, ну, прошел бы буквально 2 метра, их бы не было, то все, я бы сразу же это все сделал бы, не потерял бы лишние 10 минут, но... Не везение, не везение. Кстати, Эльф, если ты в чате, отпишись. Его там нету в конце случайно? Так, а вот эта сосуля какая-то жирная, на самом деле. Нет, не жирная, ладно. Мифрила. Ну, замечательно. Тоже отправится на продажу. Так, вот слева тут должен где-то быть этот бафс. Нужно доплыть сначала. Ну, короче, народ, я доплываю до этого баска. Я даже распродаваться в нем не буду. Вот просто возле него сохранюсь, потом сам распродамся. И на самом деле все, на этом я стрим все не прекращу. Я не знаю, просто может эльф и не придет на самом деле, но он сказал, что придет, поэтому не хочу начинать подземелье, чтобы потом прерывать его на середине, как я говорил. Да, вот, кстати. Кстати, Аракири, если ты здесь, а ты проходил этот День Тентакля, этот квест, или не проходил, так, ради интереса? Так, ладно, все-таки раз я уже пришел, чеснок, нужно распродаться, иначе забуду. Так. Что? А, я даже взять не могу. Ну и хрен с ним. Чеснок мне не нужен. Так, сейчас будем распродаваться. А, блин. Так, домик. Может домик продать на самом деле? Он все, мне он все равно нафиг не нужен. Мне одного домика мне с головой хватит. Так, стоп. Продать. Порча. Продать. Паралич. Продать. Не, Латте, я прям сейчас прекращу. Да мне просто нет смысла продолжать, я же говорю. Просто если я начну играть, то... Мне только либо фармить сейчас, а этого вам нафиг не сдалось. Смотри, как я фармлю. Либо идти вот в этот... В данжен. Ну, данжен я не успею пройти за полчаса никак. Тут данжены на час, короче, а то и на полтора часа. Поэтому... Так, серебро. Так, дух серебро. Так, колоток. Так, чтобы серебро, мифрил. Но мне что-то... Кстати, а что за мудрость мудреца, короче? Вот я не пойму, что за мудрость мудреца? Что она дает? Может, она какие-то статы... И золотая игла. Может, какие-то статы поднимает? Это же, по-моему, дорогая фигнюшка, да? Или нет? Так, купить. Поцелуй... Вот, золотая... А, нет, золотая игра всего 2500 стоит. Не так уж и дорого. Вот. Слеза Феникса. Опять тут и Слеза Феникса дорогая. Только я не пойму, что надо. По-моему, она воскрешает Слеза Феникса. Блин, а мудрость мудреца вообще нету нигде. Что такое мудрость мудреца, я не понимаю.
Ой, понятно же, Соня, что все спят. Ну, и на самом деле, сейчас еще не так поздно, как вчера было. Так, ну что, вроде я... Так, вещи. Блин, да все равно места мало. Блин, что еще? Может, ну, голы продать, на самом деле? А что там у этой пиратки в вещах дополнительно? Так, вещи. Да, блин. Амуниция. Блин, у нее длинный, да? Так, а ну-ка мы сейчас все-таки рассуем, кого там у меня есть свободное место. Допустим, вот ты вот. Есть у тебя эфир, альдиновитер, еще блин у нее. А у тебя вот. Вот эфир, и на тебе еще, не знаю, домик на тебя. А у тебя. На тебе еще. На тебе к длинному еще и. И углу. Так, теперь сохранить, точнее, здоровье пополнить. Ну, вроде как-то... Ну, все равно это Дух Святого. Колоток тоже я не... Да ладно, повыкидываюсь, на самом деле. Если нужно будет, потом опять куплю это. То есть не проблема, на самом деле. Тут хватает денег. Так, народ, сейчас я там напишу, спрошу там, что там, Эль, тута или не тута. Сейчас, секунду. Так. Так я знаю, что двумя луками не воспользоваться, но ты вроде говорил, как он важный, и поэтому мне жалко его продавать, я его потом не куплю нигде, поэтому, ну, точнее, я его решил, а пускай это или лежит, он вроде как тьму накладывает, не знаю, может, на кого-то попробую наложить, на боссов-то это не подействует, а на валенка, может, подействует. Так, ну, Грин что-то нам не отвечает, но в этом скайпе он есть... Не знаю, ну продолжает, смысла нет, все равно, потому что тут... Кстати, сейчас попробую это, на самом деле, применить лук. Так, просто ради интереса, что у нее хоть лук делает в этой... Так. Сейчас посмотрю. Так, ради интереса просто. Так, кровосос, так, так, ты... Вот, ты атакуй тоже этого... Так, магия. Не магия, а вещь. Вот длинный. Я не пойму, как его применять? Вот. Не-не-не, он сказал, что будет. Это для него нормальное время. Мудрость повышает интеллект. Наверное, надо девчонке его всучить, она у нас магичка у нас, поэтому пускай она будет. Что-то я не понимаю, что-то как мне вещь применить? Вот захожу я вещи, вот убираю, допустим, длин, вот, или мглы, например, убираю. Вот. Почему у меня переключается не на врага, а на предмет? М-
Вот. Вот как мне использовать вещи, я не понимаю. Я серьезно, я не понимаю, как его использовать, потому что вот вещи, вот. В первой части было, ты жмешь на вещь. Ну хорошо, сейчас уберу одну вещь. Ладно, если одна вещь, сейчас уберу, хорошо. Нужен пустой слот. Хорошо. Так, амуниция. Хорошо. Вот делаем так, ладно, сейчас посмотрим. Ну, давайте, давайте. Не стесняйтесь. Ну и толку. Вот у меня пустой слот, и что? Все то же самое, вот я жму на длинный, вот. Длинный, печается кортик. Или может мне нужно, чтобы у меня рука была пустая, но я не хочу пустую руку, потому что я атакую, постоянно кортиком прокачиваю. Вот я жму длинный, вот он, кортик мне, вот. Я не понимаю, как тут вещи использовать, серьезно. Я не понимаю. Просто пустого слота в руке у меня все равно не будет. У меня, к примеру, одной руки у меня что получается? Оружие, другой щит, либо как-то так. А пустого слота у меня не бывает. Я не пойму никак мне использовать эти вещи. Вот. Как мне вот? Я не пойму, если это экипировка. Вот она у меня стоит, у меня вот здесь у него как бы... Есть вот в вещах, короче, вот у него, к примеру, у этого Жарада, у этой... Блин, я же как-то использовал Жарада, точно, я же использовал один раз, у меня же получилось использовать. Подождите, сейчас, секунду. Длинный лук продать, да? Стоп, сейчас, я же точно, я же помню, что я Жарада использовал. Так, вещи. Вот! Вот он просто использовался, короче, все понятно. Длинный лук, значит, это он вообще не используется, длинный лук, как оружие, его продавать. Все нормально, все теперь прояснилось. Видимо, он просто как... Длинный лук это не оружие, это просто короче вещь. А я думал, это оружие, раз оно у него там лежит. Ладно, народ, все, на этом я прекращаю стрим. Не знаю, что вам сказать. Всем спасибо, кто это смотрел. Дело было, конечно, не очень долго, как обычно. На самом деле, было достаточно долго, почти 2 часа, вот, 1:48. Я успел пройти подземелье, наконец-то дошел до следующего. Я, наверное, даже фармиться не буду, в принципе, я посмотрел, вроде врагов неплохо убиваю. Ну да, попадаются иногда вот такие сверхжирные, но они, видимо, это редкость. Это типа как тот, как финалки первой. Я понял, оружие только экипируется, ну... Так, ладно, пойду тогда еще раз вылечусь в городе, выйду, сохранюсь и на этом прекращу. И на следующем стриме уже пойду в следующую эту локацию. За учебником, чтобы понимать язык драконов. На самом деле ничего, хорошо, все прекрасно. Потихоньку продвигаюсь по сюжету. И да, спасибо, Соня, за просмотр, потому что тебе... И народ, не расходитесь, потому что эльф вроде обещал начать в 11 часов. Я думаю, если он начнет в 11, то где-то до часа где-то он просидит, скорее всего. Так. Так, сохраниться, ну и на всякий случай, блин, это у меня привычка с детства на двух слотах записываться, потому что иногда почему-то батареечных один слот отказывал, то второй голову держал, и вот так вот на все 4 слота бахали одну запись, чтобы наверняка, если какая-то игра важная. Так, ладно, все, народ, на этом я отключаюсь, и еще раз повторяю, кому интересно, ждите до 11. Да, Энди, спасибо тебе за подсказки, надеюсь еще тебя, так сказать, увидеть, и на подсказки твои тоже надеюсь. Так, ладно, все. Отключаюсь.